Уже демонтированы дверные проемы, начался разбор полов. А впереди еще система водоснабжения, канализации, электрика. В Сыктывкарской школе номер 4 имени Гагарина капитальный ремонт. Договор подписали, начали демонтажные работы. Вывоз мусора, получается, этого всего. Это уже не первые кучи. Вчера тут было чисто, уже тут грязно. Строительной фирме 15 лет. Работают в том числе и на муниципальных объектах. Школы, больница. В этом образовательном учреждении готовились к приходу подрядчика с декабря. Сотрудники школы все январские каникулы освобождали помещение. Когда демонтировали, говорили и смеялись о том с коллегами, что сейчас найдем какую-нибудь капсулу времени, которую нам передали с времен тех 61-го года или какие-то. Ну вот сегодня, например, вы видите, прямо при вас нашли такой раритет, газету. Мы обязательно такие артефакты, которые будем находить, будем складывать в школьный музей. Сегодня в Сыктывкаре капитальный ремонт идет в двух школах – 4-й и 16-й. Всего на двухгодичный период по федеральной программе одобрено 9 учреждений. Это федеральная программа, она называется «Модернизация школьных систем образования». Реализуется с 22 года. Мы уже реализовали одну школу, это гимназия Пушкина на улице Советской. Реализовали успешно, все сдано было в сроки. Помимо самого ремонта, программой предусмотрено повышение квалификации педагогов, обновление учебников, оборудование. В столовой, спортивном, актовом залах учеников будут ждать новые парты и стулья. А пока дети переведены в другие корпуса и школы-партнеры. Все оборудование, что не хватало, мы довезли в школы-партнеры, и наши коллеги в полном объеме ведут уроки так же, как если бы они вели в здании нашей школы. То есть образовательный процесс организован на 100%, неурочная деятельность, доп. Образование у ребят, плюс горячее питание, все эти вопросы продуманы до мелочей. Были опасения, где мы будем там учиться. У нас сократились немножко уроки, как мы это все будем успевать изучать школьную программу за уменьшенное количество времени урока. Но наши учителя молодец, молодцы. Все хорошо организовали. И пока все нормально. Школа 1961 года постройки. После ремонта станет современной и яркой. Кабинеты биологии будут изумрудными, они же связаны с природой. Кабинеты химии и физики – красных оттенков. При выборе учитывалось мнение педагогов. Оценить храм знаний после масштабной модернизации ученики смогут 1 ноября. Анна Зубарева, Олег Юшков, телеканал «Юрган», Сыктывкар.